А вы слышали о каких-то военных преступлениях вооруженных сил Украины, либо каких-то национальных да, батальонов? Уже слышал, еще и видел. А что вы видели? Это когда своих расстреливают. А за что расстреливают? За просто так, потому что обдолбятся или оббухаются и начинаются для забавы. Я хотел бы продолжить службу добровольно в рядах вооруженных сил России. Защищать Украину, народ украинский нормальный от этого фашизма, который производит режим Зеленского.